Так празднично и задорно своих гостей встречали у стенда артисты этнической деревни Атамань. Комплекс единственный в своем роде в России. Здесь можно найти старинные хаты, смотровые вышки, рыночную площадь с телегами, часовню, пасеку, харчевню, церковь и другие объекты казачьего быта. Тут слились воедино прошлое и настоящее. Атамань – это музей под открытым небом, который расположился на 68 гектарах. Это настоящая казачья станица, в которой мы все лето принимаем гостей, рассказываем о казачестве, показываем, как жили казаки, быт их, культуру, кухню. Сейчас идет полным ходом подготовка к новому сезону, но уже сегодня мы с удовольствием приглашаем всех желающих приехать к нам 5 марта. У нас будет проходить эстафета паралимпийского огня. Зажжение будет само в 7 часов утра. Устройство, быт и уклад казачьей станицы оставляют у гостей ощущение, что здесь всегда кипит жизнь. Каждое подворье неповторимо. Оно несет свою смысловую нагрузку, представляет отдельную должность, специальность или промысел. Заходя по очереди в старинные хаты типичных жителей станицы, интересно посмотреть на их дома изнутри, а также послушать рассказы о жизни казаков. Есть возможность принять участие в игровых программах, шуточных конкурсах и веселых забавах. И к тому же можно искупаться в море. Эта экскурсия необычная и будет интересная и взрослым, и детям. Обязательно найдите время и посетите Атамань. Краснодарский край, Темрюкский район станицы Атамань –